История дня на ТВ Рус. Всем привет! На календаре 10 ноября, и чего сегодня только нет. День науки, день молодежи и день бухгалтера. А еще в этот день в далеком 1885 году по улицам проехал первый мотоцикл. Тогда он двигался просто с невероятной скоростью, но для того времени 12 километров в час. Дело было, кстати, в Германии. Изобрел мотоцикл немецкий инженер Готлиб Даймлер. Выглядело изобретение как велосипед с мотором и 4 колеса, кстати, было у него. А знаете почему? Потому что конструктор не умел ездить на велосипеде, но, естественно, на мотоцикле. Поэтому 2 боковых вот эти колесика, они его спасали от частых падений. А знаете, как вообще прозвали мотоцикл после первой поездки? Костедробилка. А еще в этот день, 10 ноября, в 1983 году, американский информатик Фред Коэн представил миру первый компьютерный вирус. Тогда вирус никого не заразил, но все понимали, что массовое распространение таких программ может привести, ну, просто к печальным последствиям. Поэтому через год Фред, тот же самый, предложил уже первую антивирусную программу. Персона дня сегодня и известный немецкий поэт Фридрих Шиллер. Он родился 10 ноября в 1759 году. Кроме любви к писательству, испытывал особую слабость к слабому полу. Вообще собирался жениться 4 раза, но 3 невесты ему отказали из-за плохого материального положения. А вот Шарлотта, одна прекрасная, согласилась, разглядела в Шиллере потенциал. Вот таким интересным с точки зрения истории оказался этот день, 10 ноября. А что будет завтра? Завтра расскажу на ТВ Рус. Все, пока! Пока!